Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Сегодня продолжаем тему, которую я затрагивал в прошлых видео, и мы поговорим о мечте, о создании мечты, и на самом деле даже не просто мечте, а о создании того, что хочется получить. Потому что, когда мы хотим чего-то получить, мы сталкиваемся часто с тем, что возникает сопротивление. То есть, когда мы одновременно и хотим этого, и не хотим, тут возникает такое состояние, как какая-то проблема. То есть, хотя зачастую мы списываем все вот это нехотение на обстоятельства, что нам обстоятельства не позволяют, у нас там нет времени или денег. Но на самом деле это просто объяснение. И вот если эти объяснения все убрать, то останется на самом деле вот это, получается, голое противостояние. То есть, или да, или нет. Хочу, например, там много денег, не хочу много денег. Хочу жить счастливой жизнью, не хочу жить счастливой жизнью. Вот. А все остальное это просто то, что говорит там, я не могу жить счастливой жизнью, потому что у меня там нет, не знаю, квартиры, или у меня нет достаточно денег, или у меня нет хорошо оплачиваемой работы, или у меня нет там ребенка, или еще что-то можно придумать. На самом деле все это как раз вот эти объяснения. Мы эти объяснения убираем и начинаем двигаться к созданию вот этой вот мечты, то есть светлого, того, что мы действительно хотим. Если, например, у вас есть желание жить счастливой жизнью, то можно все сделать для того, чтобы это было. Важно всего, прежде всего представить, какой вы видите свою счастливую жизнь. Кто-то, например, ее видит там, не знаю, в своем любимом городе или в родном селе, в своем доме или квартире. А кто-то видит ее, например, там, в своем доме на Багамских островах или где-нибудь на Пангане. Вот. У каждого это свое видение. Но самое главное, это не столько где, но как. Потому что человек может быть счастлив в любом месте, даже если он находится в тюрьме или в психбольнице или еще где-то. То есть счастье – это состояние, когда человек находится сейчас, и когда он соединен со Вселенной, с собой, с Высшим Я. И тогда у него возникает вот это вот ощущение гармонии, ощущение радости, когда он в действительности знает, что то, что происходит с ним, это наилучшее, то есть это то, что наиболее важно для него. И вот эти вещи, кстати, очень хорошо описываются в книге «Анастасия» Владимира Мегре. Вы можете ее почитать или послушать, как вам удобно. Но на самом деле создание вот этой мечты – это прежде всего очень важная вещь для вас в качестве того, чтобы научиться это делать. Потому что каждый человек, он творец, и он может создавать свою собственную мечту, собственную вселенную. Просто мы утратили эти способности, мы их закупорили, и мы можем это восстановить. Для этого я и создал Академию Счастья, которая позволяет человеку восстановить утраченные способности и снова научиться создавать свою мечту и создавать свое настоящее будущее. А мы заходим через прошлое, то есть мы убираем в прошлом, ну, можно так даже сказать, в записях ума, те вещи, которые мешают чувствовать себя радостным и счастливым, которые мешают этой способности творить и уводят человека через, так сказать, к терниям, к тем вещам, которые уводят его, ну, подальше от самого себя, подальше от счастья. На самом деле каждый человек, он творец своей судьбы, и он может быть счастлив прямо здесь и сейчас. Достаточно просто убрать те вещи, которые омрачают его сознание и приводят его к такое состояние неосознанности, дисгармонии. Вот. А эти вещи, их очень много накапливается у человека в этой жизни и в прошлых жизнях их достаточно много. Их называют, ну, например, в одной из традиций санскары, их называют инграммы. А проще говоря, это случаи, где много болезненности, как физической боли, так и душевной боли. И вот все это, накопившись, влияет на то, что человек перестает творить. Он перестает даже рассоздавать эти случаи, потому что они накапливаются один за другим, а он уже не хочет туда смотреть. И вот я помогаю человеку посмотреть в это, найти, что там у него работает, что не работает, и убрать те вирусы, которые мешают ему жить. То есть это вот вирусы сознания, паразиты сознания, которые, накапливаясь, ведут человека к деградации, ведут его ко лжи и к состоянию смерти. А на самом деле мы, как духовные существа, живем в вечности. И поэтому я вас искренне приглашаю в Академию Счастья для того, чтобы понять себя, стать счастливым и убрать те вещи, которые вам мешают творить, которые мешают вам счастью. Поэтому пишите мне в личные сообщения, все мои контакты будут под этим видео. Конечно, буду признателен, если вы
поставите нравится этому видео, поделитесь им со своими друзьями, подпишитесь на мой канал, а колокольчик для напоминаний, чтобы знать о том, что новые видео появилось на моем канале. Вам желаю счастья, гармонии и всего самого наилучшего. До скорой встречи!